Всем привет! Мы с вами приготовим вкусный кекс с черникой. Всего за 8 минут, из которых 2 минуты у нас уйдут на приготовление теста и 6 минут уйдет на выпекание нашего десерта. Для этого нам понадобится 100 грамм творога, 1 яйцо, 1 третья часть чайной ложки разрыхлителя, подсластитель, у меня это стевия, и горсть черники, у меня она замороженная. Также понадобится 20 грамм цельнозерновой муки. Так, необходимо все тщательно перемешать. Теперь всыпаем муку. И опять перемешиваем. Затем добавляем чернику. Перемешиваем. Перекладываем в форму и ставим в микроволновку на 6 минут. Итак, давайте посмотрим. Прошло уже 6 минут. Он достаточно хорошо отходит от стенок формы. Сейчас попробуем его перевернуть и снять форму. Какая красота, посмотрите. Давайте разрежем и посмотрим, что внутри. Посмотрите, какой он получился в разрезе. Можно брать и кушать. Приятного вам аппетита!